А вот в аварии на юго-востоке Москвы, к счастью, обошлось без раненых, хотя авария была страшной. Это видео мы тоже получили от нашего гражданского репортера через LiveCor. Вы видите последствия ДТП. Все случилось на перекрестке Жигулевской улицы и Волгоградского проспекта. По сведениям Лайфа, там сначала столкнулись два автомобиля, затем одна из машин от удара отлетела и врезалась в другие машины, стоящие неподалеку. Но и этим не закончилось. После этого автомобиль ударила о столб.